Всем привет, с вами Алекс, и добро пожаловать на мой Лего Полигон. Сегодня мы опять сломаем систему. В этот раз изменения коснутся пистолетов, пулеметов и автоматов. Сегодня я начинаю новую серию видосов по Call of Duty Black Ops 3. И начнем мы с пистолета-пулемета, который носит имя Куда. Как известно, резинкомет скорострельный, но из-за малой мощности и адского разброса прицельная стрельба из них невозможна. А однострелы, наоборот, точные и мощные, но страдают от недостатка скорострельности. То есть, иными словами, чтобы автомат стал по-настоящему автоматом, ему нужны мощный мотор и гирбокс. И в результате был разработан такой пистолет-пулемет, и называется он Куда. Куда является вымышленным образцом, разработанным в 2065 году в Германии, и представляет собой логическое развитие ККМП-5, правда только в далеком будущем. Так как если приглядеться, то можно заметить, что некоторые части, такие как прицел и знаменитый затвор с верхним выступом, абсолютно идентичны немецким ККМП-5 и UMP-45. Заряжается данная модель следующим образом. Также имеет следующие модули: рабочий интегрированный тактический фонарь, переднюю рукоятку, испаренные магазины на 25 патронов. Приклад раздвигается в зависимости от вашего телосложения. А теперь давайте из него постреляем.
Мой механизм основан на базе аэрсофт-привода, и работает он следующим образом. Поняли. Кстати, если среди нас есть специалисты по страйкбольному оружию, то напишите мне, какой версии Gearbox я использую. На этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за просмотр. Ваша поддержка стимулирует меня к созданию следующих видео. Не забудьте также заценить предыдущие обзоры. Также хочу сказать спасибо всем участникам моей группы ВКонтакте, так как они реально мне помогают. Кстати, инструкция по АВП с выбросом гильз уже доступна на моем Google диске. Всем удачи и до встречи в следующем выпуске.